Всем привет, меня зовут Даня, и я снова продолжаю проходить игру Shadowfight 2. Посмотрим, что мы там выиграли в прошлый раз. Некуда спешить, это мы затянули раунд. Безумство храбрых, выиграли уровень безумия. Уровень сложности. Невозможно, возможно, выиграем, а невозможно. Пошли дальше мутузить демонов и прочую нечисть. Желаешь доказать, что твоя победа не была случайностью, затмение способность на Бермстрим 5 ты всегда можешь вызвать на бой уже пружинного соперника. Это нам рассказывает про то, что можно снова демона победить и запустить его. Если одержишь верх над главой демонов этих земель, то получишь награду его оружия. Вот то, что я сейчас сказал. Это я игры проходить не буду. Я избранный, тот, кто достоин учиться учельника. Затем я открою собственную школу, а ты останешься ни с чем. Дракон. Дракон Драконович. Ни хрена. Ни хрена себе. Это затмение. Я не пойму. Ё-моё! Не, это слишком круто для нас. Это слишком круто для нас. Так что давайте не будем залупаться на него, а просто отмечаем. Ну чё это? Моё кунг-фу сильнее твоего? И что там? Я ему по голове дал, что дракоша, не болит башка? Я хочу получить награду Крейзи, но очень сложно. На! I go crazy! На, собака!
фиг мне на крышу. Хотя... Короче, я его уделал. Только так. Не могу поверить, ты победил, хотя отшельник и сам некогда пришел в город Никен, а в итоге построил лучшую школу на всем востоке. Видимо, смирение — тот урок, который мне предстоит усвоить на пути к открытию собственной школы. Так-то. Я вернусь через 5 секунд. Продолжаем. Я купил кольчугу эту. Пошли мы мочить козлов и прочих. Читать я это не буду, это просто описание того, что я не буду. Да ёкар-макаре! Блин. Урыть меня хочет. Да ёк-макарёк! Очень сложно. Не будем залупаться никто сильнее нас. Let's go.
Да сучёныш! Победа. С горем пополам мы победили. Так, теперь надо прокачаться. Встретимся через 5 секунд. Ну чё, продолжаем, ребят? Прокачал. Идем биться дальше. Безумно сложно. Да ты достал! Врачу! Расходится, я его без руки. Пятка с разворота. Блин, опять что ли прокачиваться? Ну чё? Я вернусь и так, продолжаем. Я не стал прокачиваться. Попробуем так. Опять Лаки. Лаки тебе сейчас будет фейл. Лаки, это удача. Фейл, это неудача. Да ёк. Походу у меня фейл. Да ёкарёк, я ничего не могу сделать. Вот что это? Что за паралич? Да ёкарёк. Это чё было? Да ёк-макарёк, ну что это будет? Всё, короче, я прокачался, пошли дальше. Ну,
должно сначала превосходство. Я выбью оружие 10 раз сразу врага. Держи, опять ты, Влад, сейчас тебе... Ох, а ты получил новый уровень. 9 уровень, короче, у меня. И опять эта хрень крутится. Давай быстрее. Ладно. Ждите. Ну что, продолжаем? А у меня ни на что не хватает. Что делать? Что там получил? Прокачались? Точнее, изучили новый прием. Ты не можешь использовать прыжки. Ну, давайте пройдем это. Еще полезел. Ну, ладно. Испытание человека это были. Изверг. Изверга мы уже били. Бей. Стервятник. Давно я его не видел. Стих бурных времен. Ё-моё! А чё ты тормоз стоишь? Что ты стоишь?
Достоялся тупой. Больше не тянет. То, чтобы его убить. Теперь можно играть. Реклама там, спам, всякая хрень, надо что-то с этим сделать. Так, что я хотел? Так, я хотел вообще-то в бой идти. Что у нас тут? Буйвол! Смотри, что сделал с городом какой-то дряхлый старик. Представь, что смогу сделать я, обладая такой мощью. С дороги я должен узнать его секрет. Посмотрим, кто сильнее. Победил меня? И что? Пускай глупцы участвуют в состязаниях, а я же вырвал секрет начальника силой. Вижу, ты смышленый парень. Нужна помощь? Нужна помощь в состязании? Я мог бы раскрыть тебе тайну начальника. Она твоя за небольшую плату. Ну окай. С тобой приятно иметь дело, друг. Ты не пожалеешь. Подожди меня здесь, я принесу все необходимое. С этого момента в дуэлях будут действовать совершенно правила. Ой, блин, ну что ж ты будешь делать? Рекламу хочется уже включить. Да пошел ты. Продолжаем. С тобой могу сделать только один. Опять ты. Видимо, я тебе мало навалял. Thank you.
Хорек. Продолжай. Опять дрочу. Thank you.
последний раунд. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Всем пока. До скорого.